Пока весь город спит, дорожные службы работают в усиленном режиме. Несколько участков дорог необходимо сдать в конце этой недели. Успеет ли к сроку подрядной организации, проверил глава города Чебоксара Леонид Черкесов. Реконструкция участка по улице Композиторов Воробьевых длится уже неделю. Работа сложная, в первую очередь от того, что это историческая часть города. Трубы здесь не меняли готов с 60-х. Необходимо обновить 242 метра газопровода, 150 метров водопровода, 100 метров канализационных труб и перенести троллейбусные контактные сети. Этот кусочек дороги, он практически до Московского моста будет расширение поэтапно. Вот сейчас первый этап. А по следующим до 20 числа будет следующий этап. Сентября уже будет закончено. Но 88 миллионов. Стоит того? Самое дорогое — это перенос сетей. Ага. Укрепление получается вот современное, использование современных материалов. Не экономили городские власти и на разметке пешеходных переходов. Горячий пластик – материал дорогой, но устойчивый. Как говорится, безопасность превыше всего. Всего в столице республики будет обновлено около 50 пешеходных переходов. Более такая трудоемкая работа. Ее надо сперва греть, часа 4 примерно. Где-то около 200 градусов разогревает она температура. Доводишь до этого смесь, вот. Он же как порошок, его разогреваешь вот 200 градусов. А краски его залил и положил, там минут 15 работы. А этот участок дороги у детского мира сегодня с утра уже выглядел полностью обновленным. Трещины и колеи в асфальте больше не помеха для водителей. Нашим дорожникам, которые выиграли аукционы, что поработали в 3 смены, в ночное время. Иногда вот в наших магистралях дневное время практически невозможно работать, потому что может остановиться транспорт, они работают ночное время. И таких дорог у нас большинство. И поэтому вот сейчас посмотрели во всех дорожных развязках, которые делаются в городе, они работают в ночное время. Таких масштабных дорожных работ чебоксары не видывали давно. Если погодные условия не помешают, то к 1 ноября горожане смогут оценить все законченные работы. На сегодня 80% уже выполнено. Анастасия Алексеева, Евгений Анисимов, Республика.